сердобольная. Удачи, спасибо. Горящие девушки. Кто? А можете, пожалуйста, лайки ставить? А то получается, что это... Что много людей, а актив плохой. Вот. А мама Пакистана. Матка, привет. О боже, почему такие несмешные шутки? Ну, пожалуйста, ну не надо, ну. Это уже заезжено. Слушай, Даша, ты можешь ответить на вопрос, для чего ты нужна? Не отвечай вопросом на вопрос. Что? Ой, иди, короче, это, водички попей. И подумай над своим поведением. Я сейчас просто буду, мне кажется, игнорировать половину людей, потому что, ну, капец. Почему, когда с вами нормально, вы ненормально? Вот я не могу одного понять. Почему, когда вот есть желание пообщаться, ты хочешь просто адекватно пообщаться, какую-то дичь писать, какой-то негатив, какие-то тупые вопросы, тупые шутки. Ай, грустно. Грустно дождю. По ночам и плачет. А что я плохого спросила? Тот, кто будет пытаться оказаться самым умным, будет заблокирован. Все, я все сказала. Еще какая-то херня, и всех блок. Типа, там места много для всех, хватит. А Беларусь, Минск. То, что я просто вас сразу не была, просто, ну, я, ну, типа, ну, блин, как ребенок. Ну, что-то сделал, ну, ладно, как бы, окей. Ну, как бы... Научитесь нормально общаться, научитесь, чтобы с вами было приятно. С вами было приятно общаться. Большинство — это грусть. Прикинь, забыл, что я хотела написать. Блин, вспомни, напишу. Личку рискну. Я не отвечаю в личку. Вообще никому не отвечаю. Вообще никому. Просто... Привет, Мэджик. Привет. Да, пожалуйста. Ай. А, привет, ты просто супер. Привет, спасибо. Блин, горло. Не могу понять, что с горлом. Так. Привет, ты просто супер. Можешь блочить? На тебя задел тот факт. Мой хороший. Ну ты чего? Ну, мне же 28 лет. Ты думаешь, ты своим каким-то предложением мог меня задеть? Ты не представляешь, сколько всего в моей жизни было. Все, давай, пока. Тебе пора. Блок. Не хочу, блин, ну, бесит меня это все. Сколько сейчас ваш рубль к доллару? Не знаю. 3.2 или 3.3. Сразу блок. Да. Ну, типа, чё, ну... Пускай они все вместе, там у них вечеринка самая лучшая, самая токсичная вечеринка. Просто вот всех вместе их собрать и группу им сделать. Прикиньте, всех вот этих вот неадекватных токсиков, их всех вместе собрать, а потом им общую группу сделать, и чтобы они друг с другом общались. Тут обмен валюты. Какой валюты? Все, я придумала. Я типа их всех закину, потом отдельный чат сделаю. Соберу их вместе, чтобы они душили себя друг друга этим ядом своим токсичным выбросами. План? Капкан. Блин, жалко, что их нельзя вообще вот этих вот людей пометку им делать какую-нибудь. Вот что, типа, если на них жалуются человек 5, чтобы они заходили и сразу, типа, таким, знаете, подсвечивались каким-нибудь блевотно-зеленым цветом. Ну и чтобы все, им больше не хотелось заходить. Привет, милая, привет. У тебя много части, лучше даже вообще, наверное, не читать, сразу блокировать.
Спасибо большое за розы. Эль Чапо. Эль Чапо? Как правильно? Эль Чапо, да? Италия. Букет. Спасибо за букет. Спасибо. Эль Чапо. Видите, как идеально сочетается по цвету? От какого города Беларуси? Город Минск. Эль Чапо, спасибо, thank you. Это что-то типа Италии или что, Эль Чапо? Я не знаю, мне кажется, это что-то кубинское, итальянское. Или белорус какой-нибудь. Тоже, кстати, все белорусы, заметила фишку, когда заходят иностранцы, они всегда пытаются переводить на русский, на белорусский, пишут, стараются. Зато наши белорусы с именем Вася заходят, типа, hello, how are you? Они, наверное, думают, что, типа, если девочки стримят, они видят, типа, иностранцев, и они сразу, oh my god, oh my god. Спасибо за розу, best top lover. Best top lover. Lover. А lover — это же любовник, да? Видите, я все-таки знаю английский. Hello, how are you? I'm fine, what about you? Владимир, спасибо за подписку. Мы собрали 28 тысяч подписчиков. Спасибо вам, все, кто подписывались. Вы лучшие. Да, иди делом занимайся. Так. Давай, зайчик, ты тоже сегодня идешь в команду токсиков. У вас там вечеринка сегодня будет. Тапаем, тапаем. Very beautiful Russian princess, thank you. Hello, baby. Привет, красава. Я красава, спасибо. Если бы я была красава, я была в каком-нибудь топ-рейтинге. А так, you read it correctly, I'm surprised. Best top lover, thank you for the gift. Coco Chanel? Что это? Мне нравится греться в окружении такого солнца. Да я уже заметила, что токсичные люди ко мне просто тянутся. Они вот прям вот кусочек хочется откусить от меня, навесить своих проблем, негатива. А как рейтинг поднимается? Подарки. Подарки, лайки. Действиями. Все как и в жизни. Все действиями. Словами ничего не поможешь. Привет, красавица. Привет. Dior Sauvage. Not Dior Sauvage. Dior Sauvage for lover. I don't like Dior Sauvage. Ну, кстати, он вкусный, но он такой... Сразу понимаешь, кто перед тобой. Keep moving, спасибо большое за розы. Keep move. Спасибо большое за сердечки. Сколько у нас уже человек? 160 человек. 160 человек, ура! Спасибо. Очень